В минувшие выходные дни уральскую столицу посетил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Визит архипастыря начался в екатеринбургском аэропорту Кольцово, где владыку встретил правящий архиерей митрополит Кирилл. Затем владыки отправились на встречу с председателем областного правительства Денисом Паслером. Я очень рад посетить Екатеринбург по благословению святейшего патриарха Кирилла. Я уже не первый раз в Екатеринбурге, но впервые здесь при новом митрополите, владыке Кирилле. В Екатеринбурге председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата в сопровождении митрополита Кирилла посетил храм-памятник на крови во имя всех святых в земле российской просиявших. Эта величественная уральская церковь построена на месте дома инженера Ипатьева, в подвале которого, как известно, в 1918 году были убиты святые царственные страстотерпцы. Владыка Иларион поклонился многочисленным святыням, пребывающим в храме, а также кресту, который до отдания праздника крестовоздвижения находился в середине церкви. После молитвы в одной из главных уральских церквей состоялась встреча митрополита Илариона с председателем правительства Свердловской области Денисом Паслером. Это событие также можно назвать знаковым. Кроме того, архипастырь встретился с уральской молодежью и выступил на заседании Совета ректоров вузов города Екатеринбурга. Подробнее об этих мероприятиях мы расскажем в наших следующих сюжетах.